Ты зачем приехала? Николас уже почти месяц прогуливает школу. Я просто хотел узнать, как ты. Что-то случилось? Ты понимаешь, что тебя собираются отчислить? Можно я поживу с тобой? Ты сказал, тебе трудно общаться со сверстниками. У тебя есть и второй сын, а ты все время на работе. Он уже спокойно говорит про наш развод. Я стараюсь быть рядом, поддерживать тебя. Да что с тобой? Ты принимаешь наркотики? Или думаешь, что можешь творить что угодно? Я не понимаю, что со мной. Мне кажется, я не справилась. Меня не было рядом. У нас была такая счастливая семья. Ты толкаешь пафосные речи о жизни, а сам бросил нас. У меня есть право на новую жизнь! Ну, здравствуй, сын. Пришел хвастаться, какой ты хороший отец. Тебе что, поаплодировал? Он же мой сын. Я не могу сдаваться.